Девятиклассник Дубковской средней школы Дмитрий Дудченко одержал убедительную победу на третьем этапе 7-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Московской области 2020-2021 годов. Юный мастер стал победителем в компетенции «Столярное дело». Борьба была нелегкой, Дмитрию пришлось соревноваться со студентами колледжей. Дмитрий будет отстаивать честь муниципалитета в финальной части чемпионата, который пройдет в Томске.